Так, у меня для вас есть новость. Завтра у нас премьера, это вы все знаете. Послезавтра мы едем на гастроли в Кисловодск. Это тоже все помнят. Очень хорошо. Но послезавтра нас очень просят выступить на фольклорном фестивале. Ничего себе, спасибо. Да, я уже давно обещала. Итак, принято такое решение. 5 человек остаются на фольклорный фестиваль, а потом вы приезжаете в Кисловодск на день позже. Все понятно? Итак, на фольклорный фестиваль остаются и добираются до Кисловодска самостоятельно наши мальчики. Остается Люба, Соня и Саша. Ну с ней? С ней ехать куда-то? Все. Не обсуждается. Мы не едем. Так, те, кого я назвала, могут быть свободны и переодеваться сами и одеть, А что убирать все будет? А вы убираете реквизит. Ну, нормально. Всем спасибо, спускаемся вниз. Нам могут скажите, что ли, что-нибудь. Да. Как сыграли? Хорошо, так все сказали, ничего забыли. Видите, у нас, конечно, все хорошо, но чего-то не хватает. Ничего же. А вот так вот? Чего не хватает? Духа у нас не хватает. Духа? Какого духа? Знаете, народного. Так, ну не знаю. Один, бери. Спускайтесь вниз. Сейчас я подойду. Это сам ручей течет. Так, вот это вот у нас шоссе. Это что-то с сопки, а масштаб какой. Сколько? 20 километров. Я себе пилил. Слушай, а если попонятней? А что тут может быть непонятно? Все. Что все? Последний поезд ушел. Первый дай бог, чтобы приехал. Когда идти до шоссе, мы не знаем. Так, я пойду звонить. Не, ну выбираться-то как-то отсюда надо. Чё, обалдела, что ли, со всеми? Неужели постиралась? Да, в отличие от некоторых. Садись. Я понял, понял. Ладно, что там, ладно. Ой, всё, всё, всё будет нормально. Что, что? Мы едем? Да, мы едем. Всё, на чём мы поедем? На вертолёте, что ли? Пришлют за нами? А почему бы и нет? А потому и нет. Нет у них вертолет, лишних. Так, по такой темноте я вас никого не пущу и сам не пойду, так что здесь остаемся. Где здесь оставаться, Вася? А вот ты, по-моему, хорошо устроился. Замечательно. Где здесь вообще туалет? На улице. Где? Да на улице, сходи направо, там домик такой. Что ты делаешь? Ваня! Что? Сходи со мной. Не можешь сходить направо в домик такой, а? Зачем я боюсь? Иди, а.
осталось? Ничего не осталось. Конечно, как обычно. Вань, слушай, я не нашел туалет. Ты направо ходил? Ходил. Ты там домик вот такой вот видел? Да, там дырка вот такая. Поздравляю, ты молодец, ты нашел все, 5 баллов. Я поздравляю, ты все нашел? Вань, да ты с ума сошел, я туда целиком влезу. Слушай, целиком не надо, гепатит подхватишь. Кого подхвачу? Ну, гепатит, ну, А, Б, С, Д, Ж, как угодно бывает. Да? Слушай, сходи под куст, а. Ваня. А здесь где-нибудь можно руки помыть? В ближайший ручей 200 метров вниз по скале. Ребят, у меня идея. У меня такая идея. Ловим волков в сани и отсюда. Гениально. А? Гениально, да. А волков ты голыми руками ловить будешь? Или вон, на тебе спальник. Сходи с ним слови. Не смешно. Не смешно. Это думаю. Не помоем, все заразимся. Ага, и умрем, как в той сказке. В один день все. Кстати, о сказках. Что же это у нас получается, да? Да, ребят. Что делать-то? Так, больные и простуженные есть? Есть. Замечательно, больные и простуженные спят на стульях. Мишенька, а ты как самый больной, поспишь на полу? Вань, ну где здесь спать-то? А вот здесь и спать. Вань, ты посмотри, что здесь творится. Слушай, ну, нахожено немножко. Ваня, и нагажено. Ну, брось, предрассудки все это. Ребят, погодите, вы хотите сказать, что вы будете сейчас спать, а я буду вас развлекать и охранять? Слушай, Миша, ну ты ж единственный разумный мужик в доме, а? Ребят, вы что, уже спите, что ли? Я так делаю. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно и не кидайте свои пальчики, да. Я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле три чукотских удальца. Грядет, грядет мне без конца. Металл не принесет плода. Ведь ради стоит свечи результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле злое белое тело. О! Человек! Русский, понимаешь?